забываем вечно с неба. И все спешат, и я спешу, и все грешат, и я грешу. Альф распиная само небо. Более интенсивную перкуссию. Вот. Я чуть-чуть перепутал, но на самом деле ладно. Наверное, так будет тоже ладно. Потому что все равно будет рассвет после любой ночи. Thank you.
Thank you.
Сейчас будет песня самая новогодняя у нас, «Новая голова». Вот, и в конце мы все вообще, у нас будет общее сотворчество, будут играть все, кто на чем умеет. Будет петь, танцевать, ну, в общем, рисовать можно. Сейчас будет небольшой панк-рок, не ставим. Не удивляйтесь. Мы группа поэтического поэт-рок-панка. На барабанах Аня. Она сегодня у нас очень трудилась. С вашей помощью всем спасибо, кто помогал. Еще раз спасибо Константину Золотареву за прекрасных птиц. Вот, спасибо объединению «Апрель», которое нас сегодня посетило, которых тоже птицы в эмблеме. Что замечательно. Да что, птицы небесные. Ну поехали, Новый глава, Новый год. Чистая страница, я на...
осваиваем, то есть мы просто на концертах осваиваем, называется на Белосин, тут надо просто всем, кто чем может, Кирилл Дудин, пожалуйста, микрофон, чуть давай голос. Раз, раз, так, это вот микрофон, да, который я говорю, услышит там, да? Да, 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 мы тебя очень здорово услышим. В общем, представляете, там всякие перкуссии, можно звуки, эта песня такая чуть-чуть, ну, вот не от мира сего, поэтому вот песня есть у Саши, жалко, он не спел. Вот про дурака, ну чуть-чуть такая дурацкая песня. На самом деле с великим глубоким смыслом называется «Белосин». Мы просто притворяемся, притворяемся, что она дурацкая. Вот, мы вас запутали, а теперь давайте играть. 128. Ну, в общем, напоследок карнавал. Да-да-да. Если кто-то умеет играть на пианино, можно играть, но только, к сожалению. Пожалуйста. В общем, играйте, кто на чем может. Достаточно простая. Единственное, там припев, да, вот у нас припев простой, вот там все играют, а, то есть куплет. А припевом мы там вам все прям кричат. Ура! Yeah.
слова. Простые, словно синева. Вечная весна, ура!